В областной столице активизировались мошенники. Они пытаются заработать на продаже жидкости, которую выдают за мед. Схема простая. Злоумышленники просили престарелых людей передать мед родственникам, которые якобы сделали у них заказ, и оплатить его. 5000 рублей за две банки. Позже жертвы выясняли в емкости пережженный сахар. Обманули нашу бабушку. Пришли к ней домой, спросили дочь. Бабушка сказала, что дочери нет в этот момент. И тогда сказали, что вот дочь попросила купить мед. Принесли банки с медом, что она очень слезно просила, очень хороший мед из Башкирии. И попросили, вот можно я оставлю, и пока денежку возьму. Пчеловоды советуют покупать мед только у проверенных продавцов. В таком случае, если возникнут претензии к качеству продукции, их будет кому предъявить. А если возникли сомнения, то анализ меда можно сделать в лаборатории. Это стоит около 500 рублей. Впрочем, некоторые применяют народные методы проверки натуральности продукта. Раньше своими способами отличали, значит, химическим карандашом. Значит, его не найти в нынешнее время, значит, практически невозможно качество меда узнать.